улица Победы. Полная задница. Пробки. Тут даже на мотороллере особо не повымахиваешься, вот если честно. Посмотрите сами. Потому что машины стоят с двух сторон. И вот, ну, допустим, я бы сейчас мог обогнать вот это вот. Ну, там газелька мне бы прижала, да. Проблема узких улиц Лазаревского. Кроме того, водители ставят транспортные средства свои не так, как надо. Коллега решил обогнать справа. Ага, фиг там. Если только по тротуару, как он и поехал. Ну, по тротуару можно было, конечно, но по тротуару я не поеду. Опа, опа. Беда. Тут еще поликлиника, людям надо к врачу попасть. Они подъезжают, а поставить машину негде. Вот в итоге вот так вот все происходит. Я думаю, что ближе к Бирюзе. Дорожка будет получше. Это я на мотороллере так могу. На автомобиле так не повымахиваешься. В итоге можно куда-нибудь поехать и попасть в такую пробку, что просто пипец. Не знаю, до какого момента будет все это пробка. Вам это может быть не очень интересно, но имейте в виду, что будьте готовы ко всему, потому что кто-то, допустим, спешит на вокзал, у него поезд через 15, 20, 30 минут, он думает, а я вот тут живу рядышком, я тут на Колораж, допустим, живу, я сейчас за 5 минут сяду и доеду, а фиг там, вы будете ехать так же, как и все, в потоке. Поэтому зазорчик берите побольше. Можете не успеть на поезд. На джипинг да успеете, а вот на поезд нет. Спасибо. Тут же еще пешеходы ходят. Вот там притормаживают. А что притормаживает? Пешеходов нет. Езжай, дядя. Ты пробку создаешь. А он навигатор смотрит, он нифига не видит. Вот так и бывает. Кто-то в Бирюзе не может проехать. Но сейчас, я думаю, сейчас будет попроще. Ну, судя по всему, ненадолго. Улица Циолковского тоже оживленное место достаточно. Ох, как вкусно тут запахло всякими овощами жареными. Это жопа. Самая настоящая. Извините меня за такие подробности. Но если на мотороллере фиг проедешь, то что уже говорить про автомобили. А ну ведь я хотел показаться самым хитрым и объехать. А тут меня ждет К-540. Чего он тут стоит? Не знаю. Знак не заметил, наверное.
Вот и сами видите. Зимой бы я эту улицу проехал бы за 5 секунд. Всю. И даже бы прошел бы ее быстрее, наверное. А там сейчас еще автобус. Наверное, автобус всех и того. Кузнечик. Кажись, это он. Похож, нет? Знаете? Ну, такой зелененький. Может, кузнечик, может, нет. Нет, вряд ли, вряд ли. Он с прицепом. 69-й автобус. Не может проехать автобус. Машины с двух сторон стоят. Поэтому такие пробочки. Коллега, он решил поехать по пешеходному, по тротуару. Ну, неправильно, я так думаю. Мало ли, не дай боже, что. Ну, ну нафиг. Я лучше постою в пробочке. Сырный дом, посмотрите лучше, вон там он что-нибудь интересное, может, что-нибудь. Сейчас, я думаю, автобус проедет и все. Я не знаю, как эти мужественные водители катаются на автобусах. Хотя пробка никуда не делает. Я сейчас пропущу. Если бы не было машин на обочинах, то все бы ехали нормально. Вроде перед нами там больше уже ничего-то особо и нету. Но едем еле-еле. Все. Ах, не заметил люк. Немного о пробках в Лазаревском. А прикиньте, кто-то так вот едет, допустим, в аэропорт Сочи на машине. Не дай бог в туннель заезжаешь, а там какая-нибудь фигня. И все, и ты стоишь. Раньше народ думал, что по Победе проще объехать пробки на улице Лазаревой, которые, как видите, в основном все местные машины. Но это уже не так давным-давно. Теперь пробки везде, и там, и тут, везде. Я там, и тут, куда пошлю. Смотрите, сколько транспорта. Сейчас же все по навигаторам едут и смотрят, а? Там посвободней. Но это свободнее, порой даже дольше, чем на Лазарево. Минутка. Поеду к пацанам. Заеду. Все, ролик о пробках закончился.